Всем привет, привет! С вами я, Облай77, и Варвам, поздоровайся! Всем привет! И сегодня мы будем снова играть на сервере Клуб Крафт вместе с моим другом. Вот, пожалуйста, сервер ВАК. Если хотите попасть в видео, то звоните там в Дискорде, ВКонтакте, где мы сделаем встречу и снимем совместное видео, если хотите. Ну и все такое. А мы начинаем. Так, и что мы будем сегодня делать, Варвам? Майнлар! Она мне не нравится вообще. Может... Давай один раз играем. Да, слушай, давай Skywars или Egg Wars. Да, Egg Wars и Skywars играли. Да-да, но это в первом видео, а сейчас вы серьезно, давай. Что, выходить из этого? Из Egg Wars? Да-да, но не, что заходи наоборот. Вообще, у меня лагает, хватит. У тебя какое лобби? У меня 17-е. У меня 17-е лобби, а у тебя? Это где? В Egg Wars спал? Да, в Egg Wars. Уи, полетели! Какое у тебя лобби? 17-е. Какое? 19-е? 17-е. Все. Где ты, где ты? Вот ты, вот Варван. Так, что выберем? По... Так, по одному, по два, по четыре или мега? Давай мега. Давай мега, давай. Так. О! Мы вместе! Есть, Варвар, наконец-то! А-а. Подожди, это как это... Вот, слушай, а, Варвар, смотри, вот тут вот где-то, в общем, там куча, вот смотри, вот тут вот спаунер, вон там, и на верхнем этаже там, что-то изумруды и алмазы, там куча всего, я играл. Смотри, что у него там, от того игрока, тортик. Да. Ворон, тут куча чего сейчас спал генераторов, так что я могу тебе сказать заранее. Откуда у тебя этот? Что? Шлем. Вообще, на защиту 4, прикидываешь? Не, прикидываешь, Ворон? Ворон. Что? Ах ты, уже кто-то добил на второй уровень. Наверху есть еще спаунеры. Да блин, ну какие? Да смотри, тут есть спаунеры. На последнем этаже есть вообще-то два генератора алмазов и один генератор изумрудов. Так. Я закопаю этот, блин, закупаюсь этими. Мы в красной команде. Ага, блин, жалко, что не фиолетовый. Да, вообще, тут темно-синяя команда есть, она моя самая любимая. Моя фиолетовая. Я один раз был фиолетовый. А у меня один раз тоже было темно-синяя. Вот темно-синяя, я его больше люблю, чем обычный синий. Так, последнее, давай. Все. Так. Пожалуйста. Я что-то купаю. Так, Варон, иди ко мне. Я вообще купил, в общем-то, генератор золота на второй уровень. Тебе сделал подарок. Генераторы золота находятся на втором уровне. На втором этаже. Вот, Варван, пожалуйста. И чё? Пожалуйста, на второй уровень. Закупайся. А пока что себе пойду куплю броню. Я себе все купил. Блоки у меня все 4. Так, что можно купить? Так, из оружия. О, больно. Ого, Варван, смотри, алмазы меньше, чем на сорту 5 стоит 64 алмаза. Так. У меня железки не хватает. Так, пойду на разведку. Так. Слушай, я забыл, мы это, если умру, то я тут возрождусь или все? Да, конечно же тут, это же тебе не Skywars. Вообще, я не могу нажать. Я не могу нажать даже иди сюда. Иди сюда. Я сзади тебя. Да. На тебе, сохрани у себя. Спасибо. О-о-о-о. Ты пошел. Так, Алешка, я тебе куплю. Так, в общем-то, я куплю комплект. Так, и на что это? Защита 4, нифига себе. Эту шапку я ставлю вот сюда. Пусть кто-то заберет. Тут желтый идет! Упал!
Так, я что себе куплю каменный меч? Астрота 2. Ну я так сильно хочу, конечно, купить, вот что я еще алмазный меч на Астроту 5. Но для этого нужен целый стак алмазов. Потом это скинь зеленым сражаются. И ворон, знаешь что? За 21 железо можно купить целый почти стак блоков, ты прикидываешь? Знаешь, я тут испугался. Где ты нафиг? Нет, нас двоих убили тут с нашим это напарником. Так, вообще, кто-то принесет алмаз, а вообще, а тут есть еще генератор изумрудов, прикидываешь? Да блин, меня убили. Что, 15 алмазов стоит? Нифига себе! Там это синие нас убили. 5 алмазов надо. А тут пацан этот сундук купил. Вообще, надо 5 алмазов, чтобы запустить на своем острове генератор. Опа. Так, Так. я вообще застрою, в общем-то, яичко. Так, мне нужно 16 золота, чтобы купить железный меч. Разве не 32 там? Ах, да, я совсем Не забыл. 16. Так. Так, 9. Ворон, слушай, а ты можешь сюда взять, ты, в общем-то, ну, в общем-то, плюс... Так, 11. 12. Да, и купишь мне еще. Да блин, мне не хватит, у меня тут я себе хочу купить. 10 алмазов, чтобы шло за 2 секунды, да ну нафиг, вы что шутите? 14. Варвар. 15 и Варвар, одно. держи, держи. Все. На, теперь мне надо копить. И знаешь что? Вот вся броня, которая тут есть, она на защиту 4. Так, я куплю много яблок. А мне купишь одно? У меня только три. Так, давай. Давай. И золотая морковка. А, золотая Знаете, морковка. золотую морковку? Да, я вот тут. А, ты еще похилился. А деревянный меч зачем мне? На. Бери, я тебе дарю. Ворон, верни мне мое золото. Все, теперь давай железный. Мою Все, девочку. теперь железный меч. У меня О, тоже нет вместе. так, железный, пожалуйста. Астрота 2. У него урон побольше. Выкинь. Так, я иду на Так, а у стол. брони? Да ничего. Так, заранее вообще куплю яблочко. Из еды. Серьезно, 10 за 10. Сетевой режим, да, алмазом, стой, гипер, золотое яблоко. Там знаешь, что синий найдет на свою базу? Синий, Я, да. может, на синюю базу пойду. Нет, у меня 10, у нас 8. Так, я купил 5 волней яблок себе. Так, что можно еще? Так. Так. Серьезно, 25 алмазов на мощность 5? Вы что, серьезно? Ворон, скажи мне, Иди ты ко... нафиг! Ворон, вот ты за... Ну, что, алмаз, 5 алмазов возьми и ко мне на базу. Ты не могу, за мной бежит этот! Эндер-жемчуг за 64 алмаза! Я тут спрятался, блин, в углу! Не знаю, как ты, но хочу себе купить динамит. Башня стоит 5 эмеральдов! Иди ты нафиг! Что там? Все, меня убили.
А, смотри, тут еще есть Я задействие алмазов смогу. компас, при помощи которого можно, ну, как сказать? Можно сказать как-то. Какой-то у нас в команде лох попался. Да, я купил еще до полсотни лестниц и... Желтые идут, оранжевые идут. Ах ты, я не дам что-то проиграть свое яйцо. Защищай свою яйцо. Так. На, держите. Ну, каменный меч будет. Что? Не скинули. А мне было 4 золотых яблока. 4 золотых яблока. Ёлки-пилки. Что, еще никто не добыл алмазы? Ай, проклятие. Ни одного алмаза нету. Так, Ну, Сережко. кстати, ну я вижу уже, где уж то генератор алмазов. А вообще, броня, зачем надо? Я вообще куплю себе каменный меч. Мне не хватает. Ворон, у тебя есть золотые яблоки? Только два. Дай мне одно. Да блин, мне еще блоки нужно закупить. А? Хочешь, я тебе наталью блоков? Ты где? Ой-ой-ой-ой. Ворон, я мог тебе наталить блоки, окей? А ты мне замену, ну, 2 золотых яблока, окей? Нет, у меня блоки есть. Ладно, я сам затарю себе золотые яблоки. Зеленых больше нет. Так им и надо. Ну там 8 человек, кстати, могу сказать. А у нас вообще 7. Черно, синий, команде целых 10. Вообще, будет вообще там и крышка. Зеленый идет. И оранжевый. Кто будет дебил? Прокопал и все. Давайте, кровавое яйцо защищайте. Да блин, вот он это. Но у меня еще и сопротивление есть. Да блин, вот он это, какой-то читер, он это прокопался. Прокопал и упал. А он вон, вообще зеленый, вообще скидывает всех просто. Так. Мне уже Да 40 все так золота. все прям. Так, 40 золота, 40, 40. Ай, больно. Так, ну мне хватает на броню. Все, зеленый, иди сюда. Сейчас ты посмотришь, как его надо сражаться с Вовой. Мне залагало, я упал. Ах ты, оранжевый идет. Не, я на центр не пойду. Ворон, оранжевый! Обороняться, обороняться! Так, я иду тут закупаться. Так, за 4 этого купим. Так, а ну пошел Кирюш. отсюда. Пошел отсюда. Да блин. На! Немножко не Полный лучай! хватает. Получай! Пошел! Вот. Он удирает! Я вижу. Ха! Сам Все, упал! он упал. О! От меня! Что? Ты видел, что это от меня он упал? Просто так засчиталось. На, и мне это нравится. Ой, как нравится. Долбиться в задницу.
Где пенис? Чего? Ничего. Ничего. Черный юмор пошел. Мистер Пенис, где же вы? Так, я куплю вот это. На, бери. Купа. И вот это. Постой, я закупаю кучу золотых яблок. У меня, знаешь, что почти два стака это блока. А у меня 14 яблок. Так, у нас там охраняют? Варван, Варван, ты где? Где? Я пошел на центр. А, я хотел тебе дать 7 золотых яблок. Так. Смотри, возьми 5 алмазов, чтобы сделать генератор. Да блин, я не хочу просто палиться. Так где на шифте? Так, я просто на шифте иду, чтобы мне не так заметно было. Так. Идем, идем. 5 алмазов должен взять. Так, оранжевых 9. Я, может, на оранжевую команду пойду. Да не, не стоит. 5 алмазов принеси на базу. Да блин, у меня нет алмазов. Алмаз, он на втором этаже в башне. Вот нашей базы справа, то есть слева. Так. Ладно, я лучше не пойду на оранжевый. Так. Может на зеленый пойти? Так, я дам еще пару золотых яблок. Не знаю, кто-то заберет. Так, где ты, где ты? Я же на базе. Эту тройку спауни. Тут, знаешь, вот купол, середина, да? И я тут строю мостик. Так, ну ты как, видишь, что? Ну как, ты там, как, в алмазной точке? Да, почти. Чтобы там было ровно 5 алмазов. Там, блин, этот оранжевый. Варван, Варван, постой. Тихо, 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 тихо. Постой, Варван, постой. Ты где, Варван? Не ссорись никуда. Там оранжевый, блин. Варван, ты где? Я спрятался. На базе? А, блин, зеленый. Иди ты нафиг. Смотри, ты должен 5 алмазов принести. Я хотел его покушать, что я вообще чел взял и умер мой торт. Тут просто алмазник, блин! Нет! Не смей ломать этот торт, не смей. Тут со мной этот алмазник зеленой команды. Нет, не смей торт есть. Иди сюда, тут у меня тут, я не хочу справиться с зеленым этим, у меня не получается. Смотри, я взамен могу тебе дать вот этот золотой яблоко, ну пожалуйста, только иди. Давай, иди. Где ты? Ты где? Я тут вот, где алмазник, вот это алмазник тут. Серьезно, золотое яблоко не хочешь? Ладно. Ты где? Не ломай торт, не ломай! Не смей ломать торт. Не смей ломать торт. Ой, я тебя вижу, ты там внизу там. А я тут, наверху. Где там наверху? Все, я бегу на базу. Вот он тип, который вообще просто ломает торты. Все, я бегу на базу, у меня 10 алмазов. Сейчас я целых 4 тортика куплю. Чего? Я купил 4 торта.
Полагодай скид. Мне 10 можем. 10, давай, иди. Барон, иди за мной, иди за мной. Ты идешь там? А что можно купить за алмазом? Барон, посмотри, посмотри. Смотри, вот сюда, вот сюда. Что? Вот сюда, 5 алмазов. И что? Иди за мной, иди и за чё? Мной. И вот смотри, вот тут вот еще 5 алмазов надо. Да блин, у меня один алмаз останется. Да варман. Ну зато он будет рыть нормально. Опс. Варван, ты голоден? Ну, а синих больше нету. Фух, хотя бы что-то. И, кстати, Варван, ты заметил, что мы единственные, у которых есть к яйцо? Да, яблоко. На, держи, 3 целых. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Где ты нафиг, дура? Ладно, я что ей дам что пару золотых яблок, может она отстанет. А, держи. Сколько надо алмазов? 10 алмазов на второй уровень. На второй уровень вообще. Тут надо еле забирать. Так, все. Давай. Так, мне нужно закупить блоки. Я вообще ни одного алмаза за не взял. Ладно. О, тут жир был. Что, инжир? Да. Что там был, инжир? Да не, просто вообще. Вообще, ты прикидываешь вообще, она просто лезла ко мне, а никто не трогал, вот сейчас стальной спаунут. Мне знаешь, что показалось, будто ты сказал инжир. Тут есть еще. 15 алмазов надо, чтобы открыть изумруды. Варвард, скажи, мне открыл. Ну тут 4 алмазы, я ходил на спаун. Варвард, скажи, мне вообще в общем-то. Варван, скажи, мне покупать вообще? Возьми, вот. Что? Ты, блин, Вова. Да. Возьми. Все. Так, 12. Мне осталось только 3 алмаза. Варван, скажи, мне покупать вообще что изумрудную точку разблокировать? Я не знаю. Ну, зато там есть зелье скорости, все такое. И стой, выйди из алмаза. Постой, постой. Вот это я тебе дам, чтобы я не убью, у тебя было. А, давай. Паркур, паркур. Молодежное движение. Так, я этому типу еще дам 2 золотых яблока. Ё-моё, есть попытка трейда, но у тебя тут трейд начался у тебя. Мне один алмазик не хватает, давай. Есть, все. Я не знаю, как ты, но открываю изумрудную точку. Так. Здесь эмеральдов, чтобы было за 8,5 минут. Да куда пришла? Алло! Это мои изумруды! Это мои изумруды! Меня крыса убила. Да вообще. Дай мне прокачать нормально. Иди отсюда. Спасибо. Она с оранжевой побежал. Спасибо большое, вернула. Один. Ведь это нафиг. Вообще за минуту только 4 изумруда падает. Меня убили. Оранжевые. Оранжевые там находятся, к кровати нет! Они алмазники! Да блин! Нет, я упал на этаж ниже, нет. Нет. И я хочу, что первым заполучить изумруды. Ну, тут оранжевые, блин, строится! То я съем золотое яблоко на реген? Нет! Десять изумрудов, чтобы прокачать, чтобы шло за 8,5, за 8 секунд. А ты? Иди сюда, иди сюда.
Пошла вон! Пошла вон! Пошла! Мать! Во, вот так не просто победить! И как ты думаешь? И как ты думаешь? Ай! Проклятие! Я 22 минуты 28 секунд продержался. Так, на, держи, держи. Свой, так не просто сражаться, как думаешь. Нет, 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 нет. Быстрее яблоко. А, фу, я успел. На, иди сюда. Так, оп. Нет, вот, на, держи, держи. Лови подачи. Нет, я, в общем-то... На! Проклятие! Все, ну, бомби! Возвращаемся в лобби, давай. Воу, бомбит. Да все, в лобби, выходи. Ничего там играть. У тебя какое лобби? Ой, что-то я сейчас на спаун. А? Тебе сейчас зайду на спаун. Так, я иду на спаун. У тебя какое лобби? У меня 34. Посмотри, посмотри. У меня грузит. А почему такая я долгая загрузка? Давай. 23, а у тебя какой? Я 34. Так. А у тебя? Да я ничего не могу открыть. Вот что-то. Лобби, да почему так лагает? Хватит, хватит лагать. Отпустите меня. Ребята, у меня скоро еще денюха, да? Вот, ты знаешь. Да, у тебя какое лобби? Где, в Эгварсе? Да нет, в главном меню. Да блин, я случайно зашел в Эгварс. Какое у тебя лобби? 12-е. 12-е? Ну чё? Ну а ты где? Ты зашёл? У меня 4-е лобби, 4-е. Ага, подожди, оба. Так, какое у тебя? 4-е. Окей, все. Ты меня не найдешь. Мы ни во что будем сейчас играть. Ну слушай, давай уже заканчивать серию вообще очень долгая. Итак. Мы почти полчаса. Ребята, еще один платформ. Знаешь. Варва, ты где? Я вот он. Где-где? Я вон он. Я тебя не вижу. Где? Варван, видишь этот двуслушный шар? Я где? Вас тут стою. Варван, где игры? Видишь там двуслушный шар? Летит к нас спаун. Где? Ну, воздушный шар, посмотри вверх. Ты видишь, он вообще... Ты вон он? Да вообще на воздушном шаре. Да, это я на воздушном шаре. Ты летаешь, да? Да-да-да. А как ты туда залез? Постой, постой. Я сейчас вообще прилечу, сейчас. Ты где там? Помянусь. Экстренная посадка. Ял. Ты восток. Я случайно зашел, Барман. Сейчас, подожди. Варван, ты на спауне сейчас? Вообще фигня. Варван, ты где на спауне? В главном меню? Ага, 4-е. А у меня 3-е. А у меня 3-е. Давай, телепортируйся ко мне. А как ты залез на шар? Сейчас я тебе покажу.